С добрым утром! Вы чувствуете, самый волшебный праздник уже близко. В Новый год так и хочется верить в чудеса, особенно в детстве. Сегодня узнаем, о чем мечтали минчане и что они писали в письмах к Деду Морозу. Хороший вопрос. Игровую приставку, помню, просил. Это было 2 года назад. Я помню, очень хотела матрешки. Трансформера хотел. Я не писала. Xbox. Мандарины, конфеты. Роботы, лего. Конфет побольше на Новый год. И маме шоколад. Хотела куклу Барби. Чемодан денег просил. А вы? Да, наверное, тоже чемодан денег. Мягкую игрушку, сумочку в виде мягкой игрушки. Луноход я хотел, я помню. Куклы, книги. Sony PlayStation первую хотел, помню, в детстве очень сильно. Да. Не знаю, может, велосипед какой-нибудь зимой. Конфеты. Вообще в детстве мечтала о кукле. Говорящий. Платьице красивое. Микроскоп. Что-нибудь музыкального. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Конфет вкусненьких, игрушки хорошие. Плюшевый мишка. Всегда мечтаю о хорошей погоде, чтобы был снег. Дедушка, дай снега. Не знаю, мне кажется, наверное, у меня все было. Я о здоровье бабушки все время просила, она болела часто. Да, у меня никто не болел, поэтому я просила игрушку. А все мечты родители исполняли, поэтому Дедушка Мороза не приходилось беспокоить. Я даже не помню, что я писал. Ну что-то хорошее. Все, все желания сбывались. Самое главное – здоровье. Мне как-то Дед Мороз сам писал письма. Ой, раньше такого не было. Как таковых писем не писал я. А писали письма? Конечно, каждый день. Не знаю, чтоб, наверное, он пришел ко мне домой. Ну, он вечно в окно стучался всегда. Какая-то непонятная ситуация. Ну, вообще мечтала стать, с кем я стала. Я уже ничего не прошу и ни во что не верю. А в детстве? Аналогично. Я даже в дневнике своем для девочек написала: мечтаю быть хорошей мамой, врачом и заботливой женой. Такая же наша человеческая судьба. Ничего. Могу только сказать, что ребенок мой хочет. Петушок какой-нибудь съесть. Я у него спрашивала, сколько я сделала нарушений правил детских, и что мне за это будет. В то время я мечтала о коньках. Я маленький был, ну нельзя тогда, Дед Мороз не маленький. Велосипед писал, компьютер писал, правда ничего не дождался. Все сбылось, спасибо, все хорошо. Всегда получала то, что хотела. На этом моя смена окончена. Волшебной недели. Кто знает, может быть, в следующий раз мы встретимся и поговорим именно с тобой?